Смесь для иммунитета имбирь, лимон, мед. Имбирная смесь с лимонами и медом поможет поддерживать иммунитет, особенно в то время, когда все вокруг начинают болеть простудными заболеваниями. Ингредиенты. Имбирь 120 грамм, лимоны свежие 4 штуки, мед 150 миллилитров. Рецепт приготовления. Корень имбиря очистите от кожуры, затем натрите на терке, выложите массу в миску. Свежие лимоны очистите от кожуры, затем порежьте кубиками, выложите лимоны в миску к имбирной массе, измельчите массу блендером, залейте в миску мед, выложите массу в удобную банку и уберите в холодильник. Можно употреблять каждый день по столовой ложке. А можно использовать смесь для приготовления чая. Понравилось видео? Ставь лайк. Обязательно подпишись на обучающий контент. До новых встреч, друзья!